Всем привет! Вы смотрите обзор на вот этот вот игровой ноутбук. Я уже обо всем рассказал и решил это, ну, в конце видео сказать. Видите, это были мои последние штрихи, которые я снимал, в общем, на планшет. Поехали! Я решил снять это видео про обзор моего ноутбука, потому что за всю историю моего основного канала такого ролика не было, чтобы я делал обзор на свой ноутбук. У меня был ролик на компьютер, на мой Pentium 4, но я не помню, как он назывался, но вроде я как бы делал на персональный компьютер. У меня также был обзор, кто помнит и кто смотрел, он, кстати, неплохо просмотров набрал, где-то уже 4000 просмотров, это на этот планшет Huawei MediaPad. Я немного вам наврал, то есть я зашел на свой основной канал, ну и решил проверить, сколько же просмотров набрал мой обзор планшета Huawei MediaPad T3. Я немного был удивлен, то есть это видео набрало 6989 просмотров, что даже очень хорошо, ну, для моего как бы канала, потому что у меня не так много подписчиков, но это видео набрало, кстати, больше просмотров, чем количество моих подписчиков. Ну, конечно, 98 дизлайков это видео заработало. И поэтому я решил, почему бы не сделать обзор на мой ноутбук. Поэтому кто-то даже из вас писал в комментариях, чтобы я сделал обзор на свой ноутбук. В этом обзоре я не буду рассматривать сильные и слабые стороны своего ноутбука или сравнивать с другими ноутбуками. Здесь я просто пройдусь по самому основному, то есть сделаю обзор на свой ноутбук. Ну и, конечно, буду говорить, что мне больше всего нравится в своем ноутбуке. У меня в руках то, что вы видите, это мой ноутбук. Вот так вот, вот выглядит. Вот, видите, MC. Сейчас, неудобно немного. Просто вторая камера снимает, но я не знаю, как попаду, не попаду. Просто вот MC, видите, MC Gaming Series. Вот так он выглядит. Просто показываю, как он у меня выглядит, в общем, как я его держу в руках. То есть, как он, в общем, в толщину. Вот. Ну, в принципе, как и все стандартные ноутбуки. То есть, они примерно, ну, понимаете, где-то в такую вот длину. Или считаете в ширину. Ну, давайте вот это будет считаться как, грубо говоря, длина. Ну, то есть не длина, а ширина. А это пусть будет длина. Но, думаю, все ноутбуки, они примерно таких стандартных разрешений. Я не думаю, что ноутбуки, ну, могут продавать там такие вот и прям такие вот. Но это уже ближе к планшетам. А обычно они все, я думаю, что все стандартные. Давайте я на эту камеру покажу. Вот. Вот, думаю, вот так вот будет. Даже на эту камеру я смотрю, может быть, даже и лучше смотрится, вот, чем на планшет. Но мне больше нравится на планшет снимать. Вот. Так, ну, тогда поехали дальше. И, конечно, с нижней стороны пишется обычно, какая же это модель. Мне еще во время стрима писали, просто в личные сообщения вы писали. В общем, тут еще пишется китайским. Значит, ноутбук PC, модель, номер. Это самая главная информация. MC-16GH. Дальше DC Rating 19,5 mm 16,15 А. Давайте я покажу на эту камеру. Вот. Показать вам. Так, размывается. Вот. Можете уже гуглить MC-16GH. Продолжаю дальше делать обзор на свой ноутбук. Значит, вот сюда вот подключается питание к ноутбуку. Вот так будет лучше видно. Вот здесь, значит, подключается еще одно USB. Вот этот вот разъем
Я уже не помню, к чему он, для чего, хотя можете написать в комментариях. Я, кстати, не все могу знать про ноутбуки, ну, досконально, потому что компьютер, ноутбук, это сложная вычислительная машина. Дальше вот второе USB идет, ну, гнездо. И вот следующее. Дальше вот это вот для микрофона. Вот, для микрофона. Камера немного отошла не туда. А вот это вот разъем, ну, гнездо для наушников. У других ноутбуков может быть и одно гнездо. Вот, куда вставлять штекер. Вот, ну, сейчас покажу, что вот здесь вот питание. Вот сюда оно подключается. Вот. А следующее подключается, сейчас вам покажу. Вот эта вот штука. Я думаю, у кого ноутбук, тот поймет меня. Это для охлаждения, то есть. В общем, и вот она, сейчас вам покажу. Я подключу. Так. Так, если я не ошибаюсь. Хотя я могу ошибаться, это может быть вообще для другого, ну, этот разъем предназначаться. Ну, ладно, все равно вот покажу вам это, пусть это будет как дополнительно. Вот. Сейчас вот подключил, да. И я, в общем, подключаю вот сюда. Обычно я сюда подключаю. Вот. Вот я подключаю. И потом это горит синим огнем. Ну, не синим огнем, а неоновым, таким синим горит, в общем. Так, ну давайте продолжим дальше. Это я вытяну. Это я тоже пока вытяну. Просто пока я отключил ноутбук, потому что мне кое-что надо тут сделать обзор на это сначала, потом уже продолжу дальше. Дальше вот с другой стороны просто покажу вам. Дальше вот сюда обычно вставляются диски, вот, но я обычно практически редко пользуюсь дисками, вот, здесь вот еще разъем для USB, здесь, я так понял, подключить второй монитор к ноутбуку, а здесь вот разъем для интернета. Вот. Обычно у любого ноутбука есть батарейка. Ну, вы поняли, о чем речь пойдет сейчас. Вот такая вот батарейка. Обычно я ее вытягиваю, когда я работаю, ну, в домашних условиях. Я думаю, у кого есть ноутбук, тот поймет, что вы ее не держите. То есть обычно вы вытягиваете эту батарейку. Ну, просто многие рекомендуют все-таки в домашних условиях эту батарейку не держать. В общем, ну, чтобы она была внутри, в общем, этого ноутбука. Давайте ближе вам покажу. Вот как она выглядит. Вот. Это батарейка. Давайте я ее, в общем, вставлю. Я попробую здесь вот так вот показать, как она вставляется. У всех по-разному, я считаю, вставляется эта батарейка. Здесь вообще она вот так вот вставляется. Вот. Она вот так вот. Вот. Вставляется. Вот сама эта батарейка. И выбирается она вот так вот. То есть здесь надо отщелкнуть и кверху. Вот давайте еще раз покажу. У этого ноутбука, ну, так эта батарейка вставляется. Вот. Все очень элементарно. Здесь для пальчика. Ну, для пальчика. А, вот. И вот эта вот батарейка для этого ноутбука примерно держит 3 часа. Ну, если вы просто сидите в интернете и смотрите фильм. Если вы начнете играть за этим ноутбуком этой серии, то максимум где-то минут 30 эта батарейка протянет, и
она уже, в общем, сдохнет. Ее заново придется заряжать. Поэтому, если вы куда-то поехали в путешествие, то это как дополнительно говорю, то лучше не играть во время там поездки или в путешествии. Вот. Теперь этот ноутбук я хочу взвесить. Видите, здесь я поставил весы. Так, еще обратите внимание, то что батарейку я вставил. Вот, и хочу вместе с батарейкой взвесить сам, в общем, этот ноутбук. Внимание на весы. Вот. И этот ноутбук весит 2 килограмма. Вот. Короче, вот такой вот ноутбук весит 2 килограмма. Решайте сами, тяжелый этот ноутбук или нет. Может быть, ваш ноутбук намного будет полегче, может где-то килограмм. Но вот мой ноутбук, он весит вместе с батарейки 2 килограмма. Как открывается мой ноутбук? Вот, я начинаю его открывать. Видите, захлопывается, то есть он сразу вот так не может придержаться. Ну, чтобы вы поняли мою мысль. Вот, я открываю, и вот. Вот так я вот его приоткрыл, и в таком вот положении он, ну, может, в общем, ну, вот, обратите внимание, какой угол. То есть, получается 45 градусов. Вот. Вот, в таком положении он, в принципе, может быть приоткрыт. Если чуть-чуть, ну, чуть-чуть опустить... Да, вот что интересно, то есть я по чуть-чуть, и он держит, вот. Но когда мне нужно, в общем, видите, он не может, то есть его нужно вот так вот на 45, и тогда он потихоньку вот так вот прикрывается, вот. То есть он не падает, то есть, чтобы вы понимали. Но все-таки как он, насколько он может полностью раскрыться, ну, то есть открыться. В принципе, видите, я вот открыл. Обычно... У всех ноутбуков они где-то вот, вот так вот открываются. Мой ноутбук, он, в принципе, может вот так вот раскрыться, в общем. Я не знаю, как еще это, ну, я только могу вам показать. Было бы прикольно, если было бы вообще, ну, вы поняли, чтобы он открылся вот так вот полностью на 90 градусов, вот. Но, в принципе, даже, я считаю, мне нравится. А, кстати, мне еще нравится... И если я не сказал в начале видео, а может быть сказал, мне очень нравится логотип. Мне очень нравится. Ну давайте обратно его откроем. Вот как он у меня, в общем, открывается. Вот здесь тоже покажу. Вот он как полностью может у меня, в общем, ну, открыться. Ноутбук открыл. Давайте теперь пройдемся здесь. В общем, обратите внимание, то, что клавиатуру здесь... стандартная, пробел, как у любой клавиатуры, обычно, которая подключена к персональному компьютеру. Здесь вот такая вот, как вы видите, клавиатура. Вот все черное. Сам ноутбук, он уже сами в начале видео видели, что он полностью черный. Вот так вот выглядит, кстати, монитор этого ноутбука. То, что вы видите, то, ну, в принципе, я тоже вижу, только... У меня немного это как бы такое в тумане, ну и размыто. Здесь то, что вы видите, у меня, в принципе, я своими глазами и вижу. Вот такое же отражение. Вот только просто другие краски на планшете показывает. Вот это вот колонки. Вот и вторая колонка. Вот. Обычно вот здесь вот включаю ноутбук. Эти кнопки я... обычно их не трогаю. Вот здесь, как и у любого ноутбука, у современных, обычно вот здесь пальчиком. Вот. Но я обычно использую мышку. Вот здесь, значит, как у любой мышки, когда идет на персональный компьютер, значит, вот эта левая мышка нажимается, это правая кнопка мыши. Либо вот так вот жмете. Здесь я не буду читать, полностью просто покажу. Дальше тут идет, ну, пишется Keyboard Boost Steel 6. Здесь
вот, Intel Inside Core i5, 2 years warranty MC. Ну вот, то, что касается клавиатуры, мышки, вот эту кнопку, я не помню, что это означает, но она связана с батарейкой. Вот. Ну и показал, где, в общем, включается мой ноутбук. Вот эта вот кнопка включается и выключается. Здесь вот MC. Вот. А это вот посередине веб-камера. Может, вы видели. Но я одно не могу понять, почему мой ноутбук, или когда я подключался к Skype и к другим программам, или просто программам, он почему-то не видел эту веб-камеру. Но это получается уже веб-камера, но она почему-то, мой ноутбук не видит эту веб-камеру. Не знаю почему. Теперь пришло время включить этот ноутбук. Включается, еще раз повторю, вот на эту вот кнопочку. Вот так он, в общем, включается. То есть столько времени занимает. Вот. А теперь следующий этап начнется, самое вкусное. И вот мы дошли до самого вкусного. В начале ролика я еще сказал, не буду говорить, насколько он прям мощный, и плюсы и минусы этого ноутбука. Но давайте все по порядку, потому что это уже начинается самое вкусное. Значит, дисплей мобильного ПК, разрешение. Вот, вы все сами видите, какое здесь разрешение. Это полное разрешение этого монитора, этого ноутбука. Дальше идет 1600 на 900, 1280 на 720 и 1024 на 768. Это то, что касается разрешения экрана. Поехали дальше. Это уже, пожалуй, есть самое вкусное. Значит, производительность ЦП 1%, там уже 4%. Вот, дальше память. Ну, получается 8 гигабайт. Вы видите, сколько уже задействовано самой памяти. Дальше поехали. Intel R Core Team i5-4210H CPU 2,90 GHz. Так, здесь пишется использованная скорость, но я считаю, это не столь важная такая информация. Максимальная скорость, вот она здесь написана, 2,90, размывается, ей-богу, вот это, на мыль, я снимаю на планшете, размывается, ну ладно. Вы и так можете на паузу просто поставить. Значит, сокетов 1, 2 ядра, значит, получается, ну, чтобы вы понимали, это игровой ноутбук. Он для своего уровня, я считаю, достаточно мощный. Но для ноутбуков, как я считаю, не свойственно быть мощным. Обычно для ПК это более свойственно. Но это идет из серии все-таки игровых ноутбуков. Поэтому он для своего уровня, еще раз повторяю, мощный. Два ядра, я считаю, с головой хватает. Вот. Дальше, логический процессор 4, виртуализация включена, кэш L1, кэш L2, я уже не знаю, что это такое, вы можете просто меня дополнять в комментариях. В принципе, вот, я считаю, это есть самое вкусное, то, что я вам показывал про этот ноутбук. Он, я еще раз повторяю, для своего уровня достаточно мощный, для игр он... его хватает, потому что он, ну, как бы, я еще раз скажу, что ноутбуки, они не предназначены для чего-то мощного, это потому что это ноутбуки. Вот. Ну и теперь про видеокарты хотел поговорить, видеоадаптеры. Значит, Intel R HD график, блин, ну почему так размывается, я не знаю, ребята, вот размывается и все. Попробую так, что ли. И тоже размывается, ну ладно. Скриншот не буду, ну ладно, должно быть видно. Вот, вот, вот.
Intel RKD Graphics 460. У меня, как видите, две видеокарты и NVIDIA GeForce 840M. Все остальное вы можете писать в комментариях, что вы думаете сами про этот игровой ноутбук, про который вот я заканчиваю рассказывать. Можете написать про свой BIOS, что вы скажете, что ты самое главное и не сказал, это BIOS, это прокачка. Но вот вам я, ну, основную информацию сказал, ну, про этот ноутбук. Вот. Для своего уровня, еще раз скажу, он, по моему мнению, он мощный. Для своего уровня он мощный. Видео уже подходит к концу. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Обязательно ставьте лайк этому видео, потому что я очень старался. Я старался сделать такую студию, чтобы было максимально, ну, интересно смотреть это видео. Ну, вообще, я старался. Пишите свои хорошие комментарии, потому что я хочу хороший комментарий получить за это видео. Потому что у меня такого видео ни разу не было, именно связанного с ноутбуком. Кто хочет, подписывайтесь на мой канал. Следующее видео, я не знаю, когда выйдет, но какое-то да выйдет. Я очень много снимаю для Инстаграма. Кто следит, тот знает, я очень много видео снимаю, ну, роликов для Инстаграма. Всем пока!